В культурной столице Азербайджана, городе Шуша, проходит международная научная конференция на тему «Перспективы культурного туризма тюркского мира». В мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Целью встречи является обмен мнениями по созданию совместных туристических продуктов и маршрутов тюркоязычных государств, а также обсуждение перспектив сотрудничества в этой сфере. Участники конференции отмечают необходимость укрепления взаимодействия в сфере туризма между тюркоязычными странами, имеющие общее культурное наследие. В рамках объявления города Шуша культурной столицы тюркского мира в 2023 году Госагентство по туризму при поддержке ОТГ решили провести мероприятие с целью поиска общих элементов культурного наследия и на их основании сформировать маршруты культурного туризма. По инициативе Госагентства впервые вопросы, связанные с изучением кочевой и полукочевой культуры и формированием туристического маршрута, обсуждаются международными экспертами. В рамках международной конференции проходит и культурный фестиваль. Посетителям были представлены национальные блюда тюркоязычных стран, а именно Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Турецкой республики Северного Кипра. Участники фестиваля отметили особое гостеприимство, с которым их приняли, и выразили надежду в скором времени вновь вернуться в жемчужину Карабаха, город Шуша. Нам очень все понравилось. Мы как у себя дома. И мы представляем казахскую кухню. У нас очень много, кулинария очень большая. Но мы сейчас сегодня представляем, на данном этапе представляем мясо, ед, бишбармак с копченым мясом, сурлинген ед. Дальше представляем баурсаки, кымыс, кымран. Город Шуша, здесь очень много исторических построений и вот крепости. Их можно сравнивать с нашими вот в Самарканде, Хива тоже. Много таких крепостей. И люди, основном в Азербайджане, гостеприимные. Уже у меня впечатление такое, я в следующий раз точно с семьей хочу сюда прийти и погулять здесь. Здесь погода очень классная, чистая.